Приветствую вас в 9-й части прохождения Resident Evil 8 Village. Итак, у меня 0 патронов. Идем. Вновь начинается бой. Так, подожди-ка. В западной части деревни. Дом кирпичный. Он тут не подписан вообще. Там же, помните, был какой-то дом? А, ну вот он заперт. Слушайте, а может это от него ключ, нет? Так, что тут записка? Заперт, хозяин отсутствует. Мне даже вдеваться нечего, но придется крафтить патроны. А вот и патрошки для пистол. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Реагент. О, патроны для снайперской винтовки. Happy birthday. Так, подожди, а как мне эту штуку-то открыть? Я не забуду ее 5-й день рождения. Походу надо что-то посчитать. 5-й день рождения. Опа, это то, что я думаю. Желтый кварц. Так. Может, вот это 27.09.17? Прям в таком виде. 27.09.17. Так, стальной хрёсвельк. Стальной хрёсвельк. И большой магазин, винтовка в 2. Отлично. Качественное мясо. Ну, я полагаю, что здесь все. Ух ты, 9 патронов в магазине. Ничего себе. Но, скорее всего, конечно, я буду на следующее прохождение, если оно будет. Ну, а если нет, то просто порассуждаем. Это обычный вот самый даже не этот пистолет, а самый первый пистолет, самый лоховской. Почему? Потому что вроде как я понял, оружие это, патроны это бесконечные, но они даются к тому оружию, ну, как бы по ходу игры, которое, да, ты приобретаешь. И, соответственно, это целый ад проходить игру. Проходить игру... Там до какой-нибудь снайперской винтовки, пока она не откроется. Ты офигеешь, что очень далеко и долго получится. Так что лучше самый простецкий пистолет просто качнуть, и все будет нормально. Так. Сезам, откройся. Я надеюсь, он не умеет лазить по крышам.
На. Сильный, но... я думаю, мы сюда еще сможем попасть. И просто патронов надо подкопить. Так. Записка. Раны глубокие, мне долго не протянуть. Я слышу звук его шагов снаружи. Он почти не дергался от моих выстрелов. Кажется, будто он играет со мной. Это не волк. Но я не сдохну безропотно, как пес. Если дойду до старой водяной мельницы, то смогу его остановить. Смогу уберечь тебя. Она так близко. Черт, замерзаю, ноги отказывают. Прости меня, Луиза. Прости. Муж Луизы. Там же бочка есть. Сейчас протестим. А где бочка-то? Так, я два ключа протестил. Изыди. Два ключа протестил. Опа, значит один открыл. Фугасные снаряды, подожди, где гранатомет-то? Во! Опа! Где отмычка? Где отмычка? Только что было показано. Вот отмычка. Так. А как он? Давайте его сюда. Давай, иди сюда. Есть пробитие. Попадание, пробитие. Я тут боюсь стрелять, вдруг в дверь попаду. Иди сюда. Ну сколько можно? Да, даже если на таком уровне сложности, вот он жирный, что на максимальном боюсь представить. Но скорее всего, если у него алгоритм такой же. Ёлы-палы, я все на него потратил. А, значит, все из гранатомета плюс кристальное живот. Все из гранатомета плюс один выстрел из снайперской винтовки. Ну там неизвестно, из снайперской или еще что-то. Ну, короче, дофига. Фу. Опа, а тут курицы будут. А, точно. Я, по-моему, в самом начале вот туда не мог пройти. Я, наверное, пока не могу открыть. Да. Так, ладно. Какая-то зеленая слизь, смотрите, под ногами. Half-life.
Не-не-не. Давай без этой херни, слышь. Есть пробитие. Есть. Трава у дома зеленая. Зеленая трава. Какой-то Silent Hill, блин. Покрыта какой-то слизью, но ее можно пробить. Можно пробить, сказано. Чик-чик, ножичка. Опа. Так. Мельница, кудесница. Опа. А сюда можно? Не. Простите, но мне нужно мясо. Мясо, мясо. Так. О. Лифт, водохранилище. Ой. Фото редкого животного. Да, прям редкое. Красной книги. Так, какая-то тоже такая же фигня, но мне ее нечем пока что открыть. Опа, еще один этот лабиринт. Тут у каждого босса свой, тут теперь же зеленый череп. Лаборатория. Так, ну, видимо, мне нужно вот сюда вот идти. Ой, подожди, давай вот это. Так. Так. Опа! Ножом сбил. Да здесь это такая противная тварюга живет, да? Там такая она была, как на пиранью похожа. Тварына, а?
Вон тварина там. Колба с руками. Матерь Миранда, я готов на все ради тебя. Это я заберу. Стой, стой, стой! Что ты делаешь с чудо-ребенком? Она не ее. Ты что-то сказал? Что ты несешь? Какой чудо-ребенок? Матерь хочет вернуть дочь. Да к черту тебя! Нет, 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 стой, стой! Заберешь, и все будут насмехаться. Но если я справлюсь, лучше не всех, то... Стой! Ну еще минутку! Стой! Что смешно? Тупица! Болтаешь зря. Все кончено. Я перекрыл вход. Ах ты тварь. Здесь мои владения. Я тебя не выпущу. Черт. Вот урод. Дам ли я тебе? Даже не пройти! Не уходи! Ему придется придумать что-то покрепче, если он решил меня тут останавливать. Даже вот прикольно эту слизь рушить. Она рушится, не помню. Или это такая, которая не рушится? Какая-то закостенелая, видимо, рушится, какая-то нет. Мне кажется, ли в ней какие-то лица? Да, которая рушится, из нее прям сочится эта херня. Так. Как же выбраться? Черт, тут выхода нет. Опа. Можно сломать силой. Подожди, я запутался. Так. Ладно, я думаю, что сначала надо в шахте. Ой, не-не-не.
Патрошек мало. Ключ от лодки. Они же отсюда могут зайти, зараза. Мне хотя бы их число прорядить. Придется, я не знаю, для дробаша. Сколько у меня там? Реагентов, блин, мало. А, хотя вот обломки металла 5 штук. И вот эти могу, в принципе, да, мины сделать. Думаю, 3 мины достаточно. Такс. У меня аж комп заглючил. От такой жести. Так, ну, я не знаю. Можно, конечно, его с ножа, но смысл какое времени много тратить. Фугасные. Уже, а фугасные снаряды это для вот этого? А, да, походу. Уже можешь минами просто, я мины же скрафтил. Где у меня тут мины? Вот мины. Да хорош ты! Смотри, какая падла, а? Ну хорошо, что я мину еще не стал на него тратить. Для дробаша. Ой, а дробаш-то я могу заменить же. Ну, кстати, как вариант, я могу это, дробаш взять для быстрого прохождения, потому что там что пистолет, что дробаш примерно в одно время находишь. Дробаш, конечно, чуть попозже. Дробаш просто гораздо больше урона вносит и свои, короче, преимущества. Так, тут ничего не висит на этих-то, вроде нет. Ой-ой-ой, стоп. Да господи. Не то, не то. А как его никак уже, да, не разобрать?
такой дробовик этих, как они называются, сват или какой-то, какая-то игра была. Где типа таких дробашей было. Были. Было. Так, подожди. Оттуда я пришел. Да, все дороги идут сюда. Мельница, кудесница. Да ладно. Да, расхода, конечно, много. Патрон для пистолета. Ух ты, там сундучок. Положи ключ от лодки в бытовуху, в бытовку в шахте. Ганс помер, рыбалки пока не будет. А помер он не случайно, его съела огромная рыба вместе с лодкой. Кстати, это похоже на сказку вообще, как в сказке, которую она ей читала. Так. Ой, я могу управлять. Ну-ка, вот эту штучку не могу вскрыть. Ну, видимо, нет, видимо, никак. Сюда мне не надо. Так. Большой кристалл. Так, рыба есть. Хрена, причем два раза надо в нее стрелять, чтобы убить. Это рыба. Так. Что это? Что за лаборатория? Что за херню тут делают? Ах!
Отвали от меня! Бежать, сука! Итан, знаешь, я удивлен, что ты все еще жив. Будет жаль, если что-то случится сейчас. Да, Крис. А что? Ты убил Мию. Убей меня, и дело с концом. Эй, Кэп, датчик движения засек мощную активность. Пора валить. Что за активность? Кто у нас? Не видно, но мы явно засиделись. И Миранда знает. Эй, ты сказал Миранда? А вы тут при чем? Просто забудь, Итан, это больше тебя. Что у нас с анализом образца? Он определенно связан с плесенью. Не суйся в наши дела, Итан. Какие еще? Назад! Нет времени. Ты поздно. Миранда уже подготовила церемонию. И послала тебя, чтобы отвлечь меня? Ты жалкий ублюдок. Не издевайся. Нечестно. С ней должен быть я, не ты. Да о чем ты говоришь? Что, блядь, с тобой такое? Я не смогу его удержать. Боже, мама! Почему? Почему? Ого. Так я не понял, он... Почему здесь рыбы из сказки присутствуют? Это просто совпадение или вообще все вот это вот, что происходит, это вообще потом окажется, что это ему приснилось? А эта рыба, это он, что ли? Сейчас ломать! Понял, ладно. Это вот тот челик, эта рыба. Ну хотя он вроде она поплыла не с той стороны. Это вот тот челик, мутировавший, эта рыба здоровая или нет? Да что же делать? Почему этот больше тебя, этот как его, блин, этот Димитреску хотел сказать. Ну этот чувак, который убил его жену якобы, то он не признается, короче, что-то вообще все. Клиника Моро. Он сказал, что выход под водой. Шлюзовая. Это все буянит, что ли? Плотина. Так. И чё это? Это подсказка. А, это то, что должно быть. Ой, блин, кубика Рубика собирать сейчас, серьезно? Или чё? Если только откачать воду. Чёрт, электричества нет. Тут не только электричество, тут, походу, где-то эта тварина спит. Так.
Кстати, по идее, вот это последний туалет. Да, ну очень надо. Достижение я получил, типа, все туалеты открыл в игре. Круто. Ну-ка, сейчас гляну альтабную, сколько, у скольких людей это достижение есть. У 5.9% от всех игроков есть это достижение. Так. Кто тут дрыхнет-то? Ёлы-палы. Ты меня напугал. Ну что ж, смело изучайте. По кухне что-то могу приготовить? Тут не хватает. О, тут хватает. Это что? Навсегда значительно снижает урон при блокировке. Навсегда ускоряет передвижение. Блин, но я не использую блокировку. Давайте это в последнюю очередь я прокачаю. У меня есть новинки. Ой, а что это у него нифига не... Ничего себе, ничего не добавилось даже. Засада. Так, это обычный дробаш, конечно, могу его тоже прокачать, но стрём. Короче, скорее всего, надо вот этот вот прокачивать пистолет. Одну минуточку. Кстати, походу, я его максимально и прокачал. Надо его сразу я прокачаю, просто чтобы даже вот... Ага. Чтобы он точно у меня разлочен был. Ну-ка, кстати, достижение дадут? С удовольствием. Нифига не дали. Ну, короче, пистолет я, по крайней мере, максимально прокачал. Вот этот самый лоховской первый. Я не знаю, это все, это его максимальная прокачка? По идее, да, потому что даже вот потом нету никаких этих. А, нет, у некоторых видов оружия есть. Ну, короче, он максимально прокачан вроде как. Да, у некоторых больше оружия, у некоторых меньше. Надеюсь, что его я уже смогу купить, если захочу. Интересных приключений. Так. Ладно. Эта рукоятка старая и ветхая. Она готова треснуть в любой момент. Надеюсь, не сломается. Другая такая у нас есть только на втором ветряке. Ух ты. Мясо птицы, мясо птицы, мясо птицы. Обломок кристалла. О, такие шкатулка впервые. Хотя бы для нее не потребовалось что-то взламывать. Ржавые обломки. Так. Пистоля. Я пока бегаю с этим, потому что у него урон больше. Бабло. Ну, оно получается в основном на апгрейд и оружие нужны. Нужно. Нужно. Опа. Козья берег задамажил. Так. Серьезно? Ой, а эту рыбу нельзя залутать? Нет. Это что, типа вот это что ли? Не хочу стать рыбьим кормом. Thank you.
Блин, да, да, да. Слился, понял. Ну зато я вам показал весь контент. Там, короче, по этим плотам нельзя пробегать. Когда это падло там, я понял. Так. И чё? Ёпта, да ты чё шутишь? Это сложнее, чем... Типа надо отойти или чё? Да ладно, и чё? Прикол, конечно. Патроны для револьвера. Какой-то ещё рычаг, и здесь какой-то рычаг. Блин, ты угораешь? Да, охереть. Так, в общем, как я понимаю, надо очень быстро действовать. Ёлы. Нет, я. Смотри, мама. Следующий раз постараюсь. У, так. А здесь опять надо эту вагонетку или это другая? Я еще не понял. Вот это я понимаю. Так. Надо выбираться. Ща. Вжух, пардоньте, я немножко тут откатился. Короче, вон там козий оберег. Все, подобрал. Вот это я понимаю. Надо выбираться.
Патроны жаль, ё. Или без них тут никак не пройти? Есть рукоятка. Сейчас сюда не залезть. Она что, решила мельницу потопить, эта змеюга? А тут я. Почти. Круто. Она, ну она сейчас не сразу обмелеет. Видимо, нет. Всякий случай все перепроверяю, как вы это любите. Так, ну вот то, что нужно, да? Так, и чё? Опа, красный. Сюда синий, синий. Ну. Белый. О, я понял, в чем сложность. Так, нет, не то. А черный как здесь сделать? Вот, голубой, белый. Вот этот вот просто он не делается. Он не делается, этот черный, он. Я не знаю, может быть, вот. Нет? Нет. Любопытно. Может, вот так вот как-то? Это типа. Когда вот там прибавляется что-то по зелененьким, может быть, надо. Судить. О. О, нет? О. О. Может быть, реально рисунок был неправильно повернут. А, блин, точно. Рисунок был неправильно повернут. Ти. Просто тут он нам вот так вот, а на самом деле, блин, ну короче, вы поняли, наверное. Его надо боком развернуть, вот так он фактически стоял. Вот так вот был рисунок. Есть!
Прикольно. И что там будет? С этой рыбешкой. Ой, да ты чё? Так. Погоди. Ладно. О, а тут же теперь все обмелело, я могу теперь тут исследовать. 1 октября солнечно. Матерь Миранда привела мне 5 людей из деревни. Все, как я просил. Я усыпил их какой-то жидкостью, а потом положил коду в их животики. И теперь я жду, когда коду вырастет в их животиках. 2 октября пасмурно. 4 людей из деревни умерли сегодня утром. Один почти оборотень. Я отправил его в свою лабораторию на горе. 5 неудач. Матери нужны сильные оболочки, но я не могу их сделать. Нужно больше людей из деревни. Большой магазин. Отлично. Ой, подожди. Так. Прочь с дороги. Сука. Ох ты, падла такая. Понятно, какой-то
блин, чем-то с воздуха атакует, типа. Под крышу надо. О, он блочит. Это херово. Ёлки-палки. Может, мины просто? Гадёныш, говорит. Не знаю.
Все, мины кончились. Ну, то есть последние вот сейчас несколько. Кристаллический Моро. Как жил, так и помер. Уродец. О, мина, лекарство, хоть какой-то кэшбэк получил. Так, надо тут все изучить. 17 патрон, значит, у меня теперь. Выход прямо по курсу. Подожди. А мне сюда? Ну, допустим, посмотрим, что там. Мать Миранда дала мне колбу с розой. Меня никто не любит, и я думал, что мне ее не дадут. Но Гейзенберг сказал, почему каждый получит часть розы. Мы все должны прийти на церемонию. Но матери, похоже, все равно. Матери сказала, что роза — оболочка. Оболочка позволит матери оживить настоящую дочь. Хотя она давным-давно померла. Но если матерь это сделает, что станет со мной? Я не ее настоящий сын. Она бросит меня? Нет, я этого не хочу. Нет, 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 нет. Нет. Это часть ключа. Аду. Оно живое? Объединено вот. Зря я в тебе сомневался. Кто ты? Да брось. Мы же с тобой знакомы. Хотя это не важно. Ты последний мудозвон на моем пути, да? Ты боевой мужик, этого не отнять. Но интересно, что ты будешь делать с этими колбами? Ты на что-то намекаешь? Я могу тебе помочь. А, подружиться пытаешься? Не выделывайся. Я б тебя убил, но ты мне нужен. Здесь неподалеку от деревни есть крепость. Сходи. Забери колбу. Справишься? Так и быть помогу. Сперва иди назад к кладбищу. Вот ублюдок. А как он слышал, что этот ему отвечал? Там же микрофона нет. Так. Oh.
Тут... Так. Да, там же шкатулка была. Вот здесь где-то она была. Светошумовой снаряд. Вот она. Серебряная статуя ангела. Так. Кстати, то, что здесь эти, здесь, значит, сомы. Сомы как в сталкере, блин. Еще мясо рыбы есть? Кажись, все, да? Так. А, вот оно. Козий оберег. Прикольно. Что же? Полагаю, все. А, там еще был этот лабиринтик такой игровой, но это вроде где-то в другом месте. Так, возвращаемся в шахту, это лифта. Вот это вроде. Так. Лифт водохранилища. Же лабиринт ты где был? А, вот. Так. Ну сюда же не рукоятка, сюда какой-то шар надо воткнуть. Так. Очень быстро улетают. Хоть одну. Шар с русалкой. А вот для этого, для... Для... Ну вы поняли. Мы ее. Так. И что тут надо делать?
А что тут, точнее, что тут может помешать, что может, тут я не понимаю. Так. А, вот оно что, вот оно что, вот оно может что помешать. Салатовый череп. Вот так. Надо сохраниться. Двести двадцать лей. Патроны для снайперской винтовки. Так. Патроны для пистолета много. Это хорошо. Так. Мать Миранда подарила мне гору. Теперь я сделаю много-много экспериментов с Каду. Это моя тайная суперлаборатория. Сегодня я провел 3 эксперимента с Каду, но все трое сделали бдыщ и все испачкали. Я вживил Каду, а потом попытался ввести волчью кровь из шприца в позвоночник. Человек сильно дергался, а потом убил моего ассистента. Я не смог его удержать и посадил в клетку. Теперь придется его кормить. О, револьвер, нифига. Нет места для снаряжения. Выбросить часть вещей или перегруппируйте предметы в снаряжении, переместите все ненужное в область справа. Ну, однозначно я убираю этот пистолет. Нет, подожди, как мне его... Угораешь, что ли? А. С глушаком. Да. Можно лоховской дробаш, правда, там 2 патрона потеряется, блин. Он не совсем пропадет, я надеюсь.
Не понял. А. В области лишних предметов находятся важные вещи. Верните их в снаряжение. В области лишних предметов. Дробаш, что ли? Да ни хрена себе, верните их, наряжи. Как я тебе верну их? Чё мне выкидывать? Вы чё, прикалываетесь? Вообще. Качественное мясо у меня тут, извини меня. Да, у меня забитый инвентарь, блин. Две отмычки. Чё я тебе выкину? Охереть, блин. Вообще жопа. Блин. И инвентарь еще увеличить нельзя. Охренеть. Да. И как мне это? То есть я вообще не могу никакое оружие выкинуть. То есть мне только не подбирать его пока что. Залутался, блин. Кристальное животное, блин. У меня место-то не освободилось. Вот. Я вижу, вот мне бы не хватает, вот, блин, чуть-чуть не хватает, зараза. Чё, мне патроны для дроба? Ну, блин, один патрон для дробаша выкинул. Застакать их нельзя. Зараза, один патрон. Ты чё, прикалываешься? А, всё. А для него тоже патроны для пистолета? Интересно. Ну, я не знаю. Револьвер должен быть мощным, наверное. Светошумовой снаряд.
Возвращаемся. Крепость. Возвращаемся в крепость. Ой, а это там... Это... Собрал, да, то, что в этой было, да. Надо сохраниться. Наверное, надо все-таки изготовить что-то из мяса. Максимально все потратить. This way. Это этот Гайзенберг, я с ним, получается, разговаривал. Так. Папуля сюда. Сюда еще. Опа, козлики. Ну что, время протестировать. Да, очень мощный. Козлов убивает. С одной тычки. Так. А, ну, подождите. Так, кстати. Так, здесь я открывал, да? Да, здесь гранатомет нашел. А, там вот с курами, по-моему, еще такой домик был. Как раз у меня сейчас рукоятка есть для того, чтобы его открыть. Перебор мощности, конечно, но что поделать. Тут толчок один уже открытый. Кровавый рубин. Прикольно. Так. Ну читош. Кстати, мне знаете, что интересно? Там, помните, на кладбище что-то было заперто? Оно сейчас отперто или нет? Он имеет в виду туда или сюда? Так, ну-ка. Опа. А какие к нему патроны требуются? Я что-то не понял. Так. Ой, я могу все-таки у, наверное, у герцога, знаете, что это? Я не знаю, патронов накупить или что-то. Я вообще не понимаю. К револьверу еще отдельный тип патронов добавился.
Куда мне это все? Надо что-то продать. Надо что-то продать. Я продам, конечно, пистоль, который... А, извиняюсь. Он эту штуку взял. Дайте знать, если захотите усилить оружие. Вот револьвер. 1700 урона, серьезно? Ах ты, надо его экономить. Может тогда вот этот продать, который М1911. Или дробаш. Да, дробаш по-любому надо продать. Так, во-первых, сохранюсь сначала. Счастливо. Здрасте. Так, ну обломки можно продать, большой кристалл тоже, вивианит не знаю, кварц не знаю, кристальный череп можно продать. Отличный кристальный череп тоже можно продать. Крыло можно. Кристальное животное. Ну, раз их два, наверное, можно. Хотя пока оставим. Кристаллический мора. Наверное, можно, это как босса всех. Слатовый череп тоже думаю. Стальной этот не знаю. Так, давай пока так, 83 тысячи так получим. Это от владыки Маром. Видимо, это и есть пресловутая красота гротеска. Нет задачи важнее, чем добыча товара. Нет ничего важнее. Так, вот это я продаю, потому что она голимая. Дробаш, наверное, продам. Печалька, конечно, на самом деле. Либо вот этот дробаш продать. Но я же потом его купить могу. Реально. Вот и все. Дробаш за 25 я продаю. Что ж, как говорится, прощай оружие. А купить за 50, да, намного дороже. Так. Интересных приключений. Значит, патроны для револьвера какие-то особенные. Значит, револьвер тогда оставлю на боссов, на каких-то. Ой, да, надо на вот этот вот револьвер. Так. Так. Тут еще... Могу я что-то объединить с кровавым рубином? Вот. Могу, ожерелье. А, вот тут неактивно, еще не с чем мне объединять. А остальное, значит, я все могу продать. Отлично. Значит, только ожерелье с зазором, что ли? А они занимают место в инвентаре? Вроде нет. Ой, я еще приготовить жрачку хотел. Смело изучайте. Значит, вивианит. Что-то... сочетаемое. Вот, тут подписывается очень ценное. Значит, 20 тысяч продаю. Желтый кварц очень ценно продаю, продаю. Вот, даже 55 тысяч получу. Самоцветы из ожерелья. Стальной, так... 87 тысяч. Вы хотите это продать? Нет-нет, я охотно куплю эту вещь. Я могу установить любые модификации на оружие за очень скромную мзду.
Но всегда повышает здоровье. Значительно повышает здоровье. Так, и вот эта скорость бега нет пока. Вот значительно повышает здоровье, давай. Так держать? А, этого нет у меня, так. А оно забралось из инвентаря лишнее? Сгораю от нетерпения. Одну минутку. Навсегда повышает здоровье. В прошлый раз там чуть-чуть здоровье повышало. Простите за ожидание. Вот ваша доля. Мититей с тремя вкусами. Вот кто в ресторанах будет обедать, вам идея, что заказать, попробовать. Я бы такое съел еще разок. Спасибо, готовлю. А, это при блокировке. Но все равно пусть будет. Готово. Я хочу, чтобы им насладились и вы. Я бы такое съел еще разок. Все. Теперь превосходной рыбы не хватает и сочное мясо дикой птицы. А вы знаете толк в качестве. Спасибо. Если только посмотреть витрину вон там. Так, ну мины, конечно, могу купить. А сколько? А. Ну, короче, на всякий случай все, потому что хер знает, вот что там будет. Вот на что вы глаз положили. Ой, а она что-то дороже, дороже все, да, стоит? Ладно, нормально. Заходите еще. Нормалек. Так, опять же, я вот здесь, где мост. Так. А, нет. Нужен другой мост. Короче, помните, мы вначале, когда бежали только к этой локации этого пухлика. Вон там он был еще мост. Сейчас туда сходим. Блин, 1700 с револьвера. Ну, конечно, реализм такой себе. Не знаю, не может револьвер, которому 100 тысяч лет, стрелять мощнее снайперской винтовки. Так. А. О, превосходная рыба, как раз, по-моему, для готовки подойдет. Прикольно. Не зря голодаем, да? Протиснуться можем. Древняя монета. Патроны для пистолета. Цевье. Это для этого спаса, что ли? Да, отлично. Ух ты, до хрена. Всего фугасные снаряды. Светошумовой заряд, мины. Мин у меня, кстати, очень много теперь стало. Это хорошо.
Надеюсь, пригодятся. Секвенирование ДНК завершено. 99,95% родства с мутамицелием из Далви. Разницу в 0,05% вероятно составляют изменения, намеренно внесенные людьми. А значит, это наверняка и есть источник. Необходимо выяснить, как именно соединения нашли, как именно соединения нашли и извлекли образец плесени. Колония грибов разрослась под всей деревней. Если вспомнить инцидент в доме Бейкера, зараженные мутамицелием входили в сеть коллективного разума. Если здесь случай аналогичный, то и этот организм хранит в себе данные. Ну, раз так, какие данные нужны Миранде? Ох ты, а там деревья-то вон какие живые. Так, в общем, плывем обратно. Ой, не люблю я, когда вот ты нажимаешь вперед сначала, а потом тебе меняется клавиша, которую надо нажать, или он встает. Так. Осторожно голову. Особые реликвии нас ждут. Индиана Джонс отдыхает. О, я чувствую запах загадки. Ой-ой-ой-ой, там что-то вон ценное. Так. Загадка. Значит, ну, надо поджигать, наверное. А, понял. Ха-ха-ха, я был прав. 500 монет, 500 монет, 2500 монет, 1200 монет, 300 монет. А что из него-то что, выпало, нет? Опять ничего? И чё, она открылась теперь? Кто там лезет? Они чё, я не понял, они бесконечные? И это чё, взорвать надо? А как мне... Да, как мне вперед... Слушай, реально бесконечные, погоди. Так, ладно, дай подумаю. А может зомбаря надо поджечь?
Средняя прожарка, лол. Да, да, да. Достижение средняя прожарка. Прости, чувак. Ой-ой-ой. Но я хотел это испытать. Новое. Новое ощущение. Покойся с миром. Золотая статуя госпожи. Ничего себе. Патроны от револьвера. Один патрон. Да, их мало дают, потому что супер имбовое оружие. Охренеть. Шикарно. Идем далее. Отлично. Так. 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 Мы здесь, очевидно, были, хотя я немножко забыл. Где это мы? Ну да ладно. Ой, не то. Ага, лестница, кудесница. Подожди, где это моя? Это после замка Димитреску здесь что-то. Ну здесь... Сейчас все заперто. Наверное. Да. Опс, а здесь ничего нету? Нет, здесь ничего нету. Здесь просто открытая фигня. Артефакты, поиск артефактов. Упс. Блин, я инстинктивно нажимаю пробел, когда вот эта фигня. Так, заперто с другой стороны. Чувствую запах загадки. Самодельная бомба. Типа мне надо туда и туда. Так, две зеленых, одна белая. Ну-ка. Ёп! Еще толкай, нет? А сюда ее нельзя теперь завалить? А еще толкнуть нельзя? Ох ты, а тут патрончики спрятались от дробовичка. Какой у него голос, как он. Фугасные снаряды. Так. Светошумовой заряд. Большой кровавый рубин. Патроны револьвера. Светошумовой снаряд. Бедолага. Сныкал свое сокровище и замуровался. Упс. Опасненько так. Хотя потолок, в принципе, похож, как у меня дома. Опа, отмычка одна здесь еще заныкалась. Жа, этот рубин-то...
Опа. Большой кровавый рубин. Ожерелье с одним зазором. Шикарно. Все, теперь это, я так понял, сокровище полностью собрано. Очень ценно. Да, все, оно полностью собрано. Вы посмотрите. Шикарно. Ну что, возвращаемся. И никакая тренировка не нужна. Жили бы в таком месте, все бы тренировку проводили себе. Никакая ни кардио, ничего вам не надо. Вот так вот полазили по лестнице без двух пальцев. И все. Так. А возвращаться нам... А, на лодке мы приплыли, значит возвращаться вон там вот еще, да? Ой, нет, подожди, это что-то не туда. Ну, видимо, обратно возвращаться на лодке. Потому что других путей здесь нету. Это такая закрытая локация. Вот, мы тут все абсолютно залутали. Димитреску мертва. Такие вот дела. Так. Причаливаем. Так, я уже забыл, здесь-то ничего нету, вроде ничего. Так. Сейчас посмотрим. Ну-ка. А чё, монету сразу продать? Ну, написано, что ценное, значит, сразу. Жерелье очень ценное. 50 тысяч стоит, тут его собирал. Ожерелье Димитреску. Золотая статуя госпожи. Очень ценно. 20 тысяч. Нарциссизм в чистом виде. Ага. Приготовить что-нибудь могу? Кстати, во, да, я могу что-то теперь приготовить. Он всегда ускоряет передвижение. Спасибо, готовлю. Простите за ожидание. Вот Сармале де Песте. Скорость передвижения увеличена навсегда. Невероятно, что это удалось приготовить в такой снежной глуши. Еда — это жизнь. Это да. Так, вот, кстати, тут урон можно качнуть. Угу. И этому тоже. Урон — это, считаете, это экономия боезапасов, потому что вы... Ух ты, револьверу даже можно. А сколько револьверу стоит? 48 тысяч. Да, губа не дура. С удовольствием. Ладно, пусть будет так. Ну что ж, пока все. Лайки, подписки, комменты.